вами снова Ёжик, и сегодня у нас обзорчик на Toyota Camry в GTA 4. Да, ребята, это Toyota Camry. Вообще классная. Ну что, ребята, давайте на ней сразу погоняем, не будем томить, там что-то обсматривать ее. Потом смотрим. Первым делом надо на ней покататься, ребята, да? Что хочу сказать, ребята, про эту машину. Огромный минус. Огроменный. Большой. Очень большой. То, что у нее внутри ничего нет. Действительно, ничего там пусто. Вы сейчас не понимаете, про что я говорю. Но позже, когда я буду обсматривать ее, вы поймете, что там за фигня творится в этой машине. Я просто был в шоке. Когда скачал эту машину, это было просто шоком для меня. Капец, ребята. Ну, в общем, давайте просто сейчас погоняем. Давайте. Просто хочу. Ну, ребята, вы же можете посмотреть прямо сейчас. Вот, ребята, смотрим. Внутри нет капота. Да и пусто, ребята, там. Да не только капота. Вы все потом увидите. Ребята, вообще, просто офигеть можно. Просто я когда видел то, что там творится. Ну, а сама машина просто офигительнее. Управление супер. Управление супер, скорость, класс. А сама машина сделана на ура, все сделано круто. Но есть минус. Вообще машина классная. Если вам поставить то, что творится внутри этой машины, просто хотите погонять, вот, видите, вот такой вот, именно видите, вот такой вот. Без разницы, что творится внутри, то смело качайте точнее, играйте. Ссылка на, кстати, мод будет в описании, если я не забуду. Вообще, ребята, давайте прыгнем с трамплина. Тут вроде бы должен быть трамплинчик. Трамплин! Да. Ну, в общем, 20 часов иду в минус и увидите. Смотрим, ребята. Открываем дверь. Хопа, а там пусто, ребята. В общем, внутри этой машины вообще ничего не сделано. Там абсолютно пусто, ребята. Даже руля нету. Просто полный капец. Видите, ребята, руля нету. Ну, в общем, вот так вот выглядит внешность обманчиво. А так она вполне красивая, идеальная. Так, ребят, давайте пробуем еще раз выполнить прыжок. Вот. Гоняем, короче, мне. Кстати, ребята, теперь на моем канале будут часто выходить туториалы, так как снимать видео про игры у меня не очень часто получается, так как они много весят, их долго сжимать, и вообще мне не хватает времени. А снять туториал, это я сейчас снял туториал по оформлению канала где-то, ну, за 30, наверное, если справился, все сделал. Я опять не прыгнул! Ладно, еще насрать этот прыжок. Давайте-ка найдем ментов. Эй, Вася, где ты? Эй, Вася. Чё? Минты. Блин. Тихо. Так. Вторая степень. Потише, ребята, потише. Тихо. Вау,
Каста Нига. Нифига они разворотчики. Завалили, да. Нифига. О, туда там от них уходим. Ну, все, ребят, думаю, мы от них ушли, то, что можно закончить розыск. Итак, ребята, все, ребята, мы закончили. И давайте, ребята, посмотрим саму машину. Ну, так, ребята, выглядит она. Давайте выведем свет, вот свет. Вот так она выглядит, действительно, все реалистично, все очень суперски. Все сделано просто офигительно, ребята. Toyota Camry XLE. Вообще офигительно, ребята, сделано, но сами знаете, какой там огромнейший минус. Ну, я думаю, этот минус будет как бы незамечен вами, потому что вы привыкнете, да, и вам вообще понравится эта машина. Ну, я думаю, ребята, на этом можно заканчивать. Всем спасибо за просмотр. С вами был Ёжик. Всем пока. Love you.